До конца года все парки в муниципалитетах Кубани проверят на сохранность границ. Такое поручение губернатор края Вениамин Кондратьев дал в ходе планерного совещания, прошедшего в Краснодаре. В заседании приняли участие заместители главы региона, руководители министерств и ведомств края, главы муниципалитетов по видеоселекторной связи. По мнению главы региона, необходимо в первую очередь не допускать строительства незаконных заведений, общепита и торговли на территории зон отдыха. Очень важно, чтобы границы территории имели правовой статус. В том числе необходим системный контроль со стороны края, отметил губернатор. Вениамин Кондратьев поручил до конца текущего года департаменту архитектуры совместно с главами муниципальных образований проверить все основные парки в муниципалитетах на законность нахождения там торговых и иных точек, а также сохранность границ и зеленых насаждений.